Для проведения соревнований планируется задействовать 16 объектов. Состязания будут проводиться по 24 видам спорта. Так, спортивный комплекс «Дахсун», возведенный еще в 2012 году, для пятых игр готовится снова принять гостей. Здесь будут состязаться боксеры, скалолазы, а также пройдут соревнования по художественной гимнастике. Проводятся ремонтные работы по замене футбольного поля. Как видите, мы положили новое поле. Заменяем легкоатлетическую дорожку, ремонтные работы на первом, втором и третьем этажах. Будет и ямочный ремонт вот на территории Дахсуна, где стояночные места. И по антитеррору будет цокольное покрытие. Работы тут выполняются согласно графику. Несмотря на внешнее санкционное давление, подрядчикам удалось справиться с непростой задачей по поиску строительных материалов. Мы заказываем с Новосибирска, с Хабаровска, вот в крупных оптовых магазинах. Цены повыше стали, и некоторых материалов нету, из-за этого приходится заказывать через Владивосток с Китая. Ремонт в спортивном комплексе «Дахсун» планируют завершить к ноябрю этого года. Впрочем, на объектах проводятся не только внутренние отделочные работы. Построенный в 1996-м ледовый дворец «Элей-Ботур» встретит спортсменов в очередной раз. На этом спортивном объекте сойдутся любители дзюдо, тэквондо и борьбы алыш. С момента введения здания в эксплуатацию здесь впервые проводятся столь масштабные ремонтные работы. В первую очередь руководство спортивного комплекса позаботилось о качественной кровле здания. До 15 сентября. Ну, они успеют там. Электромонтажные работы наружные, внутренние, сантехнические, внутренние, наружные. Это уже проводится сейчас. Благоустройство территории, вот, замена забора, асфальтирование территории. Отметим, что на эти работы из республиканского бюджета было предусмотрено около 1 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов будут освоены в этом году. Напомним, что на соревнованиях ожидается участие около 40 стран, также примут участие регионы России. А это значит, что Якутии, как хозяйке спортивных соревнований, придется показать не только гостеприимство, но и высокий уровень организации мероприятий подобного масштаба. Надежда Саханская, Иван Яковлев, Владимир Павлов. Якутск.